На сегодняшний день субъект рыбного хозяйства «Хе Виктор» производит на закрепленном водоеме Кшакуль зарыбление в количестве 8500 штук мальками толстого лобика, белого амура и карпа. Согласно плану развития рыбного хозяйства, у него запланировано 70 тысяч тенге ежегодное зарыбление, но он сегодня зарыбил на 500 тысяч тенге. Конечно, это радует. И мальки у нас есть по 70, по 80 грамм. Амуры, толстолобики, карпы годовалые, которые они закупили в Курдае. Малый Акколь озера, егерь Шамбаев Миша. Сегодня мы производим зарыбление плановое. Каждый год, 10-й год, вот мы как работаем. Вот это озеро у нас каждый год в октябре месяце мы производим зарыбление. Сегодня мы привезли толстолоба, амура, сазана. Вот зарыбление производим. Ну и всем желаю, чтобы как бы все озера вот так зарыбление было. И я всем желаю, чтобы соблюдали чистоту на озере. Желаю счастья, всем удачи. Меня зовут Руслан, еще раз. Фамилия моя Тумибаев. Общественный контроль. Контролируем, как зарыбляют. Очень много рыбаков, клубов у нас в городе. И мы все собираемся здесь уже не первый год. Получается, каждый год мы зарыбляем это озеро. Это наше любимое озеро, образцово-показательное озеро, наша любимая грязь-лечебница.